Это интервью дня, Константин Ганов. Здравствуйте. В условиях пандемии общественный транспорт в городе Барнауле, да и в других городах Алтайского края, и, наверное, всей страны, стал ходить как-то иначе. Не все понимают, как. Мы пригласили Ларису Шубину, заместителя директора по организации движения МУП «Горэлектротранс» города Барнаула. Здравствуйте, Лариса Валерьевна. Здравствуйте. Лариса Валерьевна, ну, насколько сократился пассажиропоток и как изменилось вообще движение транспорта, электротранспорта? Ранее мы перевозили около 150 тысяч пассажиров ежедневно. Это по Барнаулу? Да, город Барнаул. В условиях самоизоляции пассажиропоток сократился на 56%. В результате чего, конечно же, мы подстроились под эту ситуацию. И выпуск подвижного состава сократился на 25%. То есть некоторые маршруты значительно изменились по режиму работы. Они стали реже ходить, промежуток времени увеличился. Да, интервал движения увеличился, но не глобально. Интервалы по расписанию от 18 до 12 минут. Но когда экипажи встают на обеденные перерывы, интервалы удваиваются. Ну и тем самым увеличение происходит в два раза. А сколько сейчас в среднем перевозит один трамвай или троллейбус за рейс? Потому что, обратил внимание, еду по городу, нам, к сожалению, на работу, а может быть и к счастью, приходить приходится, полупустые трамваи. Такого, ну, до пандемии не было. Да, сегодня на данный момент перевозит за один рейс трамвай 35 человек, а троллейбус 20 человек в будние дни. Ну, а в обычные дни, то есть докоронавирусные, сколько он перевозил? 56% больше. 56%. То есть, получается, у нас где-то половина населения просто сидит в заточении, а вторая эта половина продолжает активную деятельность. Да. Тоже обратил внимание, ближе к вечеру, когда те, кому приходится работать, возвращаются домой, вот из-за изменения расписания не все могут дождаться своего транспорта. То есть возникает такая проблема. В частности, здесь четверка ходит как-то странно. То есть объявляют, что после 7 четверки не ходят, но и до 7 они могут поехать куда-нибудь в депо. Как изменилось расписание? То есть чтобы люди понимали, когда они могут добраться домой или на работу? По четвертому маршруту, девятому маршруту трамвая и шестому маршруту троллейбуса изменился режим движения. То есть они стали 12-часовыми, односменными графиками. И на линии они работают не более чем 12 часов. Если трамваи, троллейбусы выходят, ну, например, в 6 утра, то они в 6 вечера должны заехать в депо. А если он выйдет в 7 утра? Но они выходят обычно в 6 утра. Ну да, потому что все же рабочий день у некоторых наших горожан с 7 утра. А в каком режиме трудятся сейчас работники трамвайно-троллейбусного управления? Потому что понятно, что число процедур всевозможных добавилось. Каждому, наверное, надо протереть все поверхности внутри специальными жидкостями. Много ли добавилось работы у простых сотрудников? Ну, конечно, у кондукторов добавилось работы. Они каждым оборотным рейсом протирают поручни и спинки сидений в салоне подвижного состава специальным дезинфицирующим средством. Ну, на это уходит некоторое количество времени и сил. Ну, я слышал от самих же кондукторов, как они между собой общаясь, говорили, вот нам добавят то ли 3, то ли 5 тысяч рублей вот за то, что мы работаем в условиях пандемии. Насколько это соответствует действительности, или они просто друг с другом шутили? Ну, в данной ситуации у предприятия нет средств, чтобы дополнительно оплатить ту или иную работу. В условиях пандемии мы все как бы вынуждены ужиматься. Вынуждены, да, стараться экономить и
предприятию, в общем-то, даже нет возможности от сбора выручки выплатить полностью заработную плату. Потому что выручка упала значительно. Да, да. А сколько сотрудников трамвайно-троллейбусного управления, сколько сотрудников перестали работать, то есть находятся в вынужденных отпусках? Администрация нашего предприятия находится в режиме самоизоляции. Ну, работа не стоит на месте, и при необходимости специалисты выходят на работу. То есть, когда какие-то срочные ремонтные работы, а плановые ремонтные работы, они все сейчас приостановлены? Слесари подвижного состава, водители трамвая, троллейбуса и кондукторов, кондукторы работают в прежнем режиме. Это безопасность, это движение транспорта, это перевозка пассажиров. Мы должны соответствовать. А какие-то еще изменения в расписании движения планируются вот сегодня, завтра? С 15 числа закрывается движение на станцию «Пивзавод». Движение будет закрыто от улицы Власихинской до Трактовой. Движение трамваев третьего и второго маршрута будут изменены с 15 апреля. Трамвайный маршрут номер 3 будет двигаться с поселка Восточного по своему маршруту до Попова, далее по Попова до станции Докучаева. И обратно тем же маршрутом. Второй маршрут изменит свое движение, будет двигаться от станции «Поток» по своему маршруту до Власихинской, далее по Власихинской на конечную станцию «Депо номер 3» и обратно тем же маршрутом. Очень хорошо, что мы об этом объявили. А в связи с чем эти изменения? То есть люди просто перестали ездить по этим адресам? Нет, это связано с тем, что происходит плановое закрытие дорожной... Плановое закрытие что, маршрутов для того, чтобы починить рельсы, наверное, для этого? Дороги и рельсы, соответственно. Переезды будут починены и рельсы. Вот удачно, да, действительно, удачное время выбрали, потому что действительно пассажиропоток небольшой, и когда, как не сейчас, следует производить ремонт железных дорог для трамваев. Часто наши зрители такой еще вопрос задают, те, кто рассчитывается банковской картой, рассчитываются, кондуктор говорит: «Опа, а у вас карта в банковском стоп-листе, рассчитывайтесь наличными». Пассажир рассчитывается наличными, идет в банке говорят: а вы ни в каком, в стоп-листе вас нету. Пассажир начинает выяснять: а где же я тогда в стоп-листе? Оказывается, он в стоп-листе транспортного предприятия. Нужно зайти в специальный кабинет, в личный кабинет, там произвести расчет, и из стоп-листа таким образом карта выйдет. Но не сразу, а там через несколько часов. Но ведь таким образом получается, что пассажир рассчитался наличными, а потом он еще рассчитывается и по карте за одну и ту же поездку. Как вот эту несправедливость приостановить? Ну, смотря как рассматривать, что такое несправедливость. Ну, если я два раза рассчитался за одну поездку, то это разве справедливо? Наше предприятие МУК «Горэлектротранс» является таким же пользователем электронной системы оплаты, как и все остальные. По правилам, по постановлению администрации города Барнаула номер 2118 от 26.10.2016 года, там говорится о том, что если пассажир прикладывает карту банковскую к терминалу и происходит расчет, то есть кондуктор выдает билет за проезд, то значит карта в нормальном состоянии, в рабочем состоянии. Если пассажир, прикладывая карту, и не происходит оплата, то пассажир обязан заплатить кондуктору наличными средствами. Все остальные вопросы, касающиеся карты и схемы оплаты, нужно решать с предприятием «Центр Транс», МУП «Центр Транс» города Барнаула.
Они уполномочены работать с пассажирами и разъяснять всю информацию. То есть эту ситуацию устранить в принципе никак нельзя. Лучше надеяться на то, что на карте будут постоянно какие-то средства. Хотя бывает иногда, что какие-то ошибки. Но будем надеяться, что и ошибок не будет. Время наше, к сожалению, подошло к концу. Очень приятно было с вами общаться. Большое спасибо, что пришли, нашли время. Ну, а зрителям напомню о особенностях работы городского электротранспорта. Рассказала Лариса Шубина, заместитель директора по организации движения МУП «Горэлектротранс» города Барнаула. Всего вам доброго и до новых встреч.